Интересно о важном. Компетентно об актуальном. Неожиданно об очевидном. Полезно для каждого. На стартовой площадке «Радио России Псков». Здравствуйте, у микрофона Светлана Васильева. Приветствую всех, кто встречает начало нового дня вместе с нами на стартовой площадке. В Пскове завершается первый этап проекта по углублению и расчистке дна реки Великой. Что уже сделано, а что еще предстоит? Какой главная река региона станет в 2024 году? В каком состоянии находятся другие водоемы области? И что необходимо сделать для сохранения наших водных ресурсов? Обсудим сегодня с нашим гостем. Это заместитель председателя по вопросам водных отношений, экологической экспертизы и охраны окружающей среды Татьяна Можжина. Татьяна Эдуардовна, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что пришли к нам в столь ранний час. Ну вот расчистка дна Великой. Ждали этого долго, много было жалоб, обращений. Началась она еще в прошлом году. Расскажите, что сделано вот на данный момент? На данный момент у нас заключен государственный контракт в 2019 году. Уже часть работы по дну углублению выполнена. Это 13 тысяч метров кубических донных отложений. Выкошена водная растительность на участке 3 гектара. Вот. И выпущена рыба. То есть у нас есть в рамках реализации мероприятия это сохранение водных биоресурсов. Вот эта часть работы уже подрядчиком выполнена. А каким образом со дна достается ил или что это, мусор? Кто Нет, это делает? Это донные отложения, это специальное оборудование, гидромониторы так называемые, плавучие аппараты такие, которые с помощью фрезы. И в настоящее время, вот если вы видели трубы вдоль берега, которые соединяются, так называемый пульпопровод, который гонит вот этот донный отложение, этот ил, осадки, все, что мешает, затрудняет течению реки, к площадке намыва. Площадка намыва у нас находится в конце улицы Никольской. Она обвалована, туда поступают вот эти мокрые донные отложения, изымаемые грунты. Вот, а там они обсыхают, и дальше будет эта площадка приводиться, ну, рекультивироваться, то есть разравниваться и посевом многолетних трав укрепляться. Ну, вот в сети появилось видео, в котором жители возмущенно рассказывают, как темная грязная вода в большом количестве сливается в карьер вот на том самом дальнем Завеличе, видимо, о котором мы говорим, по трубам, проложенным вдоль русла реки. Жители микрорайона в соцсетях призвали губернатора обратить внимание на то, что часть грязи попадает в Великую. Вроде как это не частоты ил со дна, вот то, о чем мы говорим. Подрядчик, который проводит эти дноуглубительные работы, выкачивает со дна реки ил и сбрасывает его не менее чем 1,5 километра от места углубления русла. Но вот природе ущерб наносится или нет? Опасения граждан оправданы или это все по плану так и должно быть? Ну, когда мы приступаем к реализации мероприятий, разрабатывается проект. Проект рассчитывает все возможные негативные влияния на водный объект. Безусловно, когда поднимается ил со дна, неважно, поступает он через пульпопровод или перегружается на какие-то плавучие баржи или выгружается на берег, все равно идет замутнение реки, и течением оно распространяется. И в связи с этим, в соответствии с законом федеральным об охране водных биологических ресурсов, возмещается ущерб, который наносится водным биоресурсам. Все просчитано. Донные отложения прошли лабораторные замеры. Они не имеют показателей, которые бы требовали в соответствии с законодательством перемещения их на полигон. То есть они достаточно хорошего качества. Вот. Единственная их особенность – то, что они затрудняют течение реки. Ведь главная цель нашего проекта – это не охрана водных объектов, то есть которая поспудно идет, а защита города от затопления. От затопления города Пскова. Ну вот тогда возникает закономерный вопрос, сколько времени эта грязь, этот ил будет лежать в ожидании того момента, пока, как вы говорите, вот он высохнет, его там засеют. Это пока все не будет вычищено, или только вот пока этот этап не будет завершен? Грязь, сколько будем любоваться на нее? Первый этап у нас рассчитан на 3 года, 19-21.
И по результатам вот дноуглубительных работ это 53 тысячи кубических метров они должны вынуть вот этих вот грунтов. Это достаточно много. Ну и карьер большой. Площадку намыва нам определил комитет по имуществу совместно с городской администрацией. Это будет одна площадка только? Это в рамках этого проекта это будет одна площадка. Она достаточна. То есть проведены расчеты, она достаточна для того, чтобы там разместить. Жители города Пскова по результатам получат благоустроенную территорию в конце улицы Никольской. Ну, именно в части вот этого вот места, которое выделено под площадку намыва. Вот вы сказали, что еще и рыбу запустили. Какую, куда? И причем тут рыба? Ну, выпуск рыбы, смотрите, значит, цветность, мутность меняется воды, она влияет на водные биологические ресурсы, рассчитывается ущерб по методике, которая определена Росрыболовством, и она выражается в количестве мальков, значит, рыбы, которая должна быть выпущена в водный объект бассейна. Бассейна северо-западного. Вот. То есть это любой водный объект, который находится в бассейне северо-запада. Росрыболовство определяет водный объект и количество. То есть это не значит, что раскопали дно великое и туда же запустят рыбу? Рыба может уплыть в другое озеро. Да, да, совершенно верно. Это вот такая особенность Росрыболовства. Хотя мы очень заинтересованы в том, чтобы зарыбление проходило на территории Псковской области. Но вот рыбаки сейчас многие отмечают, что у нас в наших псковских водоемах рыбы стало больше. Вот на ваш взгляд, это с чем связано? С тем, что вода стала чище или, наоборот, грязнее? Вы знаете, здесь очень много параметров, которые определяют вот такую особенность. Здесь и действительно, что у нас идет стабильность состояния водных объектов. Вот. Ну, то, что температуры у нас все-таки, особенно в летний период, достаточно высокие, идет зарастание водных объектов по берегам. Это место прекрасно для того, чтобы рыба разводилась, размножалась, то есть для нереста рыбы. Вот, и поэтому, соответственно. Ну вот заросшие берега – это действительно проблема наших многих водоемов, в том числе и реки Великой. Когда мы хотя бы в черте города увидим нашу реку с идеальными берегами, чтобы к ней, к воде можно было хотя бы подойти? Весь проект у нас рассчитан до 2024 года, расчистка реки Великой. Вот, она идет от начала города Пскова, где-то в районе улицы Никольской, завершится в Промежицах. Вот, и определены участки по расчистке водно-болотной растительности, которая изымается и передается на утилизацию уже на действующие полигоны. Вот. Но надо понимать о том, что вот это выкашивание водной растительности, ведь это временное явление. Как вот вы у себя на участке, например, косите траву, она с периодичностью вырастает. Вот, поэтому, конечно, здесь характеристика еще дна реки Великой, ведь это есть где-то камни, из которых корни не вырвешь. Вот, поэтому, конечно, наши подрядчики стараются вынимать это все вместе с корнями, но не всегда это удается в силу природных особенностей нашей реки. Вот, поэтому до 2024 года река будет чиститься, будет изыматься водная растительность, а дальше посмотрим. Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что мы, как всегда, работаем в прямом эфире, поэтому вы можете присоединиться к нашему разговору по телефону 62-80-30. Рассказывайте о том, в каком состоянии экология там, где вы живете, что с водными объектами, и что делаете вы лично для сохранения наших водных ресурсов. Ну вот проект будет реализовываться еще аж до 2024 года. Если говорить в целом по объектам нашим водным по области, как вы оцениваете их состояние? Где лучше, где хуже? Вы знаете, у нас ежегодно готовится доклад об экологической ситуации в регионе, который утверждается губернатором Псковской области Михаилом Юрьевичем Ведерниковым. И он на протяжении последних 5 лет подтверждает, что состояние водных объектов стабильно удовлетворительное. Ну, я, честно говоря, познакомилась с этим докладом, и так бы мягко не стала выражаться с Татьяной Эдуардовной, как вы. Если по оценкам, там везде тройки. Грязное, грязное, загрязненное, очень грязное.
Если говорить о наших главных двух реках, Великой и Ловоте, с Великой, понятно, занялись. Чистим дно, выкашиваем берега. А в Великих Луках что с Ловотью? Будет что-то происходить? Какие-то движения? У нас расчистки водных объектов, ну, как бы вообще, если начать изначально, то все водные объекты Псковской области у нас находятся в федеральной собственности. Мы исполняем переданные полномочия в области водных отношений. То есть нам передаются часть полномочий федерации по реализации мер по охране и защите от затопления. Река Ловоть у нас межсубъектовая, поэтому ее охрану осуществляет Агентство водных ресурсов. Агентство водных ресурсов через свои территориальные органы и подведомственные учреждения проводит работу так же, как и мы, по расчисткам водных объектов. Так же, как и мы, они охраняют и защищают населенные пункты от затопления. Вот конкретно по Ловодью я знаю, что проводились обследования. У нас есть ФГБУ «Псков регион». Это подведомственное учреждение Агентства водных ресурсов. Ранее оно называлось «Псковводхоз». Вот сейчас они немножечко реорганизованы и объединены московской структурой. Вот. У них был проект по расчистке реки Ловоть. Если им федеральное агентство выдаст деньги, то река Ловоть будет в ближайшее время тоже расчищена. Ну вот наши реки очень часто выходят из берегов. А вот те самые зоны затопления и подтопления, что с ними? У нас, как известно, даже центр города заливается, та же Золотая набережная и так далее. Как-то ситуацию можно исправить? В соответствии с поручением президента Российской Федерации, мы в 2018-2019 году провели большую работу по определению границ зон затопления. Все работы проводились в рамках трех государственных контрактов с специализированными институтами, которые проводили натурные исследования, камеральную обработку данных, беседовали с жителями, и на основании данных Министерства по чрезвычайным ситуациям о количестве населенных пунктов готовили материалы для направления их в Агентство водных ресурсов. В настоящее время у нас на территории Псковской области 128 населенных пунктов, которые подвержены затоплению в период весеннего половодья. Вот как раз по этим населенным пунктам и установлены Федеральным агентством водных ресурсов зоны затопления. Что касается города Пскова, то здесь влияние трех рек – это Великая, как вы сами помните, вот в 2010 году у нас очень сильное затопление было, Пскова и Череха. Эти три водные объекта влияют негативно на населенный пункт. Подвержены затоплению порядка 3000 человек, домовладений, объектов экономики и так далее. Вот все работы по расчистке, которые мы сегодня проводим, как раз рассчитывается эффективность реализации мероприятия, то есть это соотношение стоимости реализации мер и тому негативному воздействию, которое оказывает река на объекты экономики, землепользования, домовладения, ну и, естественно, население города Пскова. Ну вот если говорить в целом об экологии, какая экологическая проблема для нашего региона сегодня является наиболее глобальной? И есть ли она? Ну, в целом у нас можно охарактеризовать Псковскую область как достаточно чистую и стабильную. Выбросы, сбросы загрязняющих веществ – все это присутствует, как и в любом регионе, и является антропогенной нагрузкой на окружающую среду. Но все-таки вот я бы выделила, возможно, это обеспечение населения чистой питьевой водой, ну и сброс источных вод, водные объекты. Ну вот если говорить о тех самых сбросах, в частности, хочу поговорить о домовладениях, которые стоят в прибрежных зонах. Кто и как вообще контролирует сброс такими домовладениями нечистот в водоемы? Ну, все эти мероприятия проводятся в рамках государственного экологического надзора. Все водные объекты у нас делятся на федеральные и региональные. –
по критериям, определенным правительством. Наиболее крупные, ну так для представления населения, наиболее крупные водные объекты подлежат федеральному государственному экологическому надзору. Надо отметить, что у нас таких водных объектов, вообще у нас Псковская область, водный регион, более 3000 крупных и малых озер и более 13 тысяч водных рек. Ну вот потому все хотят построиться желательно на бережку с видом на водичку. Живу тоже недалеко от воды и вижу, как из частных домов вот просто потоки этого нечистот льются в Великую. Что-то можно сделать? Вот прям откровенно хочется пожаловаться. Или это бесполезно, пока кто-то не придет? Нет, обязательно нужно жаловаться. У нас есть органы, помимо нас, это комитеты по природным ресурсам и экологии, которые осуществляют государственный региональный надзор за охраной и использованием водных объектов, федеральный государственный экологический надзор и, кроме этого, природоохранная прокуратура Псковской области. Вот эти три организации, в адрес которых вы можете направить свое обращение, и они будут рассмотрены и в случае необходимости направлены по подведомственным соответствующему органу. Вообще, как бы в соответствии с 65-й статьей Водного кодекса, сброс сточных вод, неочищенных сточных вод, водные объекты запрещен. Вот, поэтому, если у вас есть какие-то конкретные случаи, то, конечно, обязательно обращайтесь, пишите, звоните. Вот я знаю, что у нас в Псковской области реализуется проект под названием «Сохранение уникальных водных объектов Псковской области». Татьяна Эдуардовна, расскажите, что это за объекты и как мы их будем сохранять? В соответствии с указом президента реализуются на территории области реализуются нацпроекты. И, в частности, по охране окружающей среды – это нацпроект «Экология». Псковская область в нацпроекте «Экология» участвует 5 региональными проектами, один из которых – это региональный проект по сохранению уникальных водных объектов, аналогичный федеральному. Конкретно этот национальный проект, вернее, федеральный проект сохранения уникальных водных объектов направлен на улучшение гидрографической сети водных объектов и улучшение в целом экологического состояния водных объектов. Проект состоит как бы из двух мероприятий. Первое – это, вот, как я уже сказала, направленное на улучшение гидрографической сети водных объектов, экологического оздоровления водных объектов. И второй проект – он денежный, этот проект. А второй проект, второе мероприятие – это очистка берегов от мусора и загрязнений водных объектов. Первое мероприятие включает как раз мероприятие по расчисткам, дноуглублениям водных объектов, расчистку от водно-болотной растительности. А второе мероприятие у нас реализуется в рамках акции с привлечением волонтеров. Конкретно наш комитет заключает контракт государственный вот уже на протяжении нескольких лет с ООО «ПИК», который очищает 4 лесных озера в Псковском и Гдовском районе. А кроме этого, у нас заключено 26 соглашений с органами местного самоуправления о реализации на их территории вот этих акций в рамках акции «Вода России». В прошлом году по результатам проведения этих акций Псковская область заняла 35-е место среди других субъектов Российской Федерации. Угу. Ну, 35-е – это тоже весьма достойное, скажем так, место. Еще один момент, который хотелось бы остановиться. Псковичи, я думаю, многие наблюдают эту картину. Я говорю о пруде, который находится в нашем дендропарке. Он стремительно зарастает, я думаю, все это видят. Почему? Что происходит? Нарушили что-то, какую-то экосистему? Почему он из пруда превращается в болото? На самом деле это никакой не пруд, это река Мирошка, вот, которая была расчищена в рамках реализации вот как раз переданных полномочий в целях охраны в 2009 году. Вот, зарастание идет в связи с тем, что, вы знаете, там дамба проходит. Ну, раньше ведь оно так не зарастало. Вот, под дамбой проложена труба. Труба проложена меньшего диаметра, чем бы это требовалось, и выше, чем это необходимо было бы сделать.
Вот. Ну, зарастание водных объектов вообще это естественный процесс. Конечно, все требует расчистки. Вот. И, ну, согласитесь, что мы не можем все время чистить один и тот же водный объект, который стремительно зарастает. Вот. Поэтому, конечно, мы стараемся для города, вот сейчас конкретно для псковичей, вот Великую чистим. Но, к сожалению, средства, которые выделяет федерация в виде субвенции из федерального бюджета, недостаточны для того, чтобы нам реализовать все желаемые нами мероприятия. Мы над этим работаем. Вот одно из подспорий – это сохранение уникальных водных объектов. Они дают дополнительную возможность проведения работ по расчисткам. То есть за счет субвенции у нас готовится перечень, и плюс еще по федеральному проекту сохранения уникальных водных объектов. По нему мы собираемся, вот в ближайшее время подали заявки на разработки на следующий год двух проектов. Это расчистка реки Псковы в городе Пскове, 7 километров. Тоже в центре, и расчистка 5 участков Чудско-Псковского озера в Гдовском районе. Там тоже у нас хорошая потребность, вернее, есть необходимость, потому что озеро у нас подлежит эвтрофикации, если вы знаете, оно особенно в конце августа начинает зарастать сине-зелеными водорослями. Вот критерии отнесения, да, уникальность. Что такое уникальность? Критерии отнесения. Вот одним из главных показателей – это обязательно должен быть водный объект является объектом международных договоров. Водный объект находится на особо охраняемой природной территории или в зоне объектов истории и культуры. И водный объект используется для питьевого и хозяйственного водоснабжения. Ну, почему-то сразу вспомнился, в первую очередь, Себежский национальный парк. Вот. Ну, что у него там? Есть хозяин у Себежского национального парка в лице дирекции. Дирекция также за счет федеральных денег отдельно совершенно от субъекта может заказать эти работы, получить у нас решение на проведение работ на водном объекте и провести расчистки своих водных объектов. Угу. Вообще, в принципе, как бы любое заинтересованное лицо, не только мы чистим водные объекты, любое заинтересованное лицо может проводить такие работы на основании решения о проведении работ по расчистке и дноуглублений. Ну вот я думаю, многие хотели бы услышать вот ответ на следующий вопрос. Вода Великой, понятно, что на протяжении многих лет уже не соответствует нормам, особенно в районе городского пляжа, где все хотят купаться. Каждый раз выдают предписание о том, что песок соответствует, пожалуйста, загорайте, купаться, не-не. Вот все эти работы позволят нам однажды все-таки официально выйти на чистый пляж с чистым песком и с чистой водой. Ну, мы надеемся на это. Вот. Но, конечно, наша работа направлена не на то, чтобы улучшить, значит, качество именно... воды. Качество воды, да, это очень сложный процесс. Он зависит от очень многих показателей. В первую очередь от природной составляющей, от питания водного объекта. За счет каких ресурсов этот водный объект питается? Это ведь у нас в основном реки у нас питаются болотами. А в южной зоне это родники подземные, подстилающее дно, которое, да, дает тоже оказывает свое влияние на водные объекты. Вот. Ну и, конечно, мы стараемся. Вот. Потом, кроме всего прочего, зависит от водности. Сейчас у нас самый маловодный период, если вы обратили внимание, у нас реки мелеют, мелеют и озера. Но это цикличный период, это природа так заложила. У нас ориентировочно где-то порядка 12 лет проходит циклов, да. Но вот сейчас она потихонечку, если в прошлом году еще меньше было воды, то сейчас она чуть повыше, вода. Все-таки появляется водность, дожди идут, атмосферные осадки улучшают, снега много выпадает, когда. Все это улучшает. Но в последнее время, мне кажется, у нас ни снега, ни дождей, ничего не видать. И все это ухудшает состояние водных объектов. Происходят вот такие вот природные катаклизмы. Вот еще одна тема, которая мы у всех тоже сейчас на слуху, это недавний разлив мазута в поселке Середка. Какова там на сегодняшний день ситуация и есть ли угроза экологии? Вы знаете, занимаются федеральные органы МЧС России по Псковской области, поэтому как бы вот мы в меньшей степени как-то имеем информацию об этом.
Вот. Ну, естественно, это, конечно, значительное ухудшение экологической обстановки. Но у нас уже сегодня существуют определенные технологии, которые позволяют собрать весь этот разлившийся мазут. А вообще, если говорить о районах области, где у нас экология лучше, где хуже, на ваш взгляд? Мониторинг какой-то проводится? Ну, если брать по отдельным показателям, вот, например, качество воздуха, то, конечно, в южной зоне, где в сельской местности, где наименьшее влияние производств, там, естественно, экология значительно лучше и качественнее. То же самое происходит и с водными объектами. Хотя, возможно, что жители какой-то деревни говорят, вот у нас и речка или озеро заросло, но у них там нет сбросов сточных вод какими-то производствами. Вот, и, соответственно, качество воды у них значительно выше. Вот хотелось бы немного вернуться еще назад. В 2017 году вы рассказывали о двух федеральных программах, в частности, это химическая, биологическая безопасность России, ликвидация ущерба прошлых лет хозяйственной деятельности. В 2018 году, как вы сказали, наша область не попала в план. В перспективе или сейчас мы в работе этих программ принимаем участие или нет? Мы неоднократно обращались в федеральные органы, вот в два министерства, Министерство промышленности и торговли, Министерство охраны окружающей среды и экологии, по решению сложной проблемы с ликвидацией устаревших пестицидов, которые у нас размещены на территории Псковской области. Значит, планировали мы за счет средств химической и биологической безопасности России попасть в эту федеральную программу. Но, к сожалению, срок программы закончился в 2020 году, а средств на реализацию наших конкретно по Псковской области мероприятий было недостаточно для того, чтобы это мероприятие в нее включить. По итогам рассмотрения в начале 2019 года Министерство природных ресурсов и экологии направили в Псковскую область письмо о том, что в соответствии с распоряжением правительства определен федеральный оператор по обращению с опасными отходами 1-2 класса опасности, который в настоящее время, это Росрао, который в настоящее время разрабатывает схему обращения с опасными отходами на территории Российской Федерации. По результатам разработки этой схемы будут предложены варианты. То есть ее еще нету, схемы нет? Схема еще не утверждена, да. Она реализуется в рамках также нацпроекта «Экология». И к 2024 году данная схема должна быть утверждена на уровне правительства Российской Федерации. Кроме этого, в рамках этого же проекта проходит модернизацию, несколько перепрофилирований, несколько бывших военных заводов как раз на утилизацию отходов 1-2 класса опасности. Вот по результатам будет разработана схема, и будут объекты созданы, инфраструктуры, которые позволят нам реализовать мероприятия по вывозу с территории Псковской области устаревших пестицидов к местам их утилизации. Ну а в каком состоянии они сейчас, и как их, где хранят эти самые пестициды? Ну, наши склады расположены в деревне Лесная Палкинского района. Экологическая обстановка там достаточно стабильная. Устаревшие пестициды переупакованы в непроницаемые бочки. Мониторинг осуществляет у нас специализированная организация. И по данным результатам прошлых лет, на протяжении вот последних 5 лет, достаточно стабильная охрана окружающей среды на этом участке. Ну что ж, я напоминаю, сегодня у нас в гостях была заместитель председателя по вопросам водных отношений, экологической экспертизы и охраны окружающей среды Татьяна Мажжина. Татьяна Эдуардовна, спасибо за интересную и полезную беседу. Наше время заканчивается. Всем доброго утра и хорошего дня.